вы посмотрите, кто пришел. Поболтай-ка с кольцом. Что? Я не слышу мысли колец. Оно говорит. Это Андвари. Ха, я знал. Он отправился в шахты Велунда, чтобы узреть свою ошибку. На него напал душеед, и, умирая, Андвари успел заклятием переместить свою душу в это кольцо. А потом... А где он припрятал добро? У Андвари была мастерская с самыми разными прибамбасами и навороченными инструментами. И среди них такой молот. Так вот, пусть скажет, где молот. Ты его обижаешь. И что? Берите-ка Андвари и сходите прогуляйтесь туда. Если найдете его молот, я вам такое смогу отковать. Погоди, вы входной камень-то не забудьте. Другое дело. Ну, никто тебя не заставляет. Андвари не любит, когда берут его вещи. Мне наплевать. Я ему так не скажу. Вперед!
Это я почувствовал. Да, тяжело. Андвари говорит, тот гном был из его команды и погиб из-за его ошибок. Он грустный. Кого волнуют печали кольца? Ему не нравится. Он говорит не спускаться туда. Сын, хватит слушать кольцо. Ему нельзя доверять. Она! Куда ты ора? Нас поболю! Нани!
заткни ты это кольцо. А как заткнуть? Сын, сюда. Карта сокровищ. Отлично. И бродяга, приготовься. Thank you.
все. Мертвой души нет. Откуда тут вообще души нет? Почему твоя вина? Сын, не слушай. Его трудно не слушать. Говорит, сундук связан с цепью ловушек. Не вижу ловушек. А он вот уверен...
мастерская вон там. Знаю, знаю, нельзя доверять кольцу. Сын. Отец, послушай, тварь натворил что-то плохое. Он рад, что ты разрушил его мастерскую и жалеет, что пришлось нас обманывать. Его молот прямо за воротами. Yeah!
Сын. Слушаюсь. Кто это написал? Молот и правда неплох. Андвари говорит спасибо. Оставим себе. Мы поговорим с Синим. Вот, молот твоего алхимика, а дух его меня уже достал. Ха, Андвари всегда был занозой в жопе. Но алхимик от богов. Давай сюда, я его расплавлю. Что? Ты расплавишь своего друга? Запертая душа сделает то, что я вам мастерю, еще мощнее. Не хотите, что ли? Отец, так нельзя. Вот, подержи. Он правда очень полезный, честно. Ладно, если он и правда будет полезен. Парнишка-то мямля, а? А ничего, перерастет. Эй, Брок, мы кое-что нашли. Правда? Очень интересно. Тюр был бы в восторге от того, что из этих даров делают доспехи. Ты его знал? Каким он был? Уже не важно. Тюр умер. Не стоит копаться в прошлом. Гном умную вещь сказал. Надо же. О, чуть не забыл. Брок, это наш новый друг Мимир. Знакомый. Мы знакомы. О, почему ты мне не сказал? Он у него спросил. Я знаю. У тебя это надо. Ты знаешь. Тихо. Хватит. Короче, я уже пожалел, что спросил. Неужели вы с братом не можете помириться? Наверняка все можно исправить. Вы же семья. Вот только не надо меня лечить. Уж я-то знаю, что значит семья. То, что мы делали, наше оружие, было легендарным. Его знали во всех 9 мирах столько лет, что я и сосчитать не могу. Разве можно такое перечеркнуть из одной паршивой? Паршивой чего? Да ничего. Слушай, тебе случайно никуда не надо? Чего изволите? Только зря время потратил.
Нет мне покоя, пока над могилой отца стоит убийца моей матери. Неплохо! Go!
сын. Слушаюсь. Вейдергард. Южный форпост короля гнома. Короля гнома? Ты про такого слышал? Нет. По слухам, неподалеку какой-то могучий гном правит какими-то бедолагами. Я так, к слову. О, чуть не забыл. Брок, это наш новый друг Мимир. Знакомый. Мы знакомы. О, почему ты мне не сказал? Он у него спроси. Знает. У Я меня? Знаю. У тебя это надо. Ты знаешь. Тихо. Хватит. Короче, я уже пожалел, что спросил. Сейчас все устроим. Чего тебе, парень? Чего вам еще? Тогда в другой раз. Что с ними случилось? А ты подумай. Ну, тут повсюду сажа. Они лежат кучей. Может, они прятались от кого-то огнедышащего? Но все равно погибли. Следи за ними! Сзади! Не справишься? Смотри. Ладно. Будь проклят, король гном, бич всех людей. Видать, король был не из лучших. Интересно, за что его так ненавидели? Они все мертвы. Какая разница?
Да, просто любопытно. Любопытство опасно, сын. Оно отвлекает. Читай. Слушаюсь. Вейда Даудер. Значит, преследующий смерть. Да уж. Ого! Строят такие огромные статуи. Гномы – находчивые существа. Противные, но находчивые. Наверное, это очень важные гномы. Вот и Тор. Где-то у него должно быть слабое место. Сделать это сам. Вроде вот-вот свалится. Thank you.
Низвергнуть бога не так-то просто, сын. Знаю, знаю. Шучу я. Это не предмет для шуток. Прости. Такова их натура. Но у них же столько власти. Почему никто из них не хочет помогать людям? Да, боги сильны, но сеют несчастье. Такова жизнь, сын. Но мы-то будем сеять добро, да? Могила его отца. Есть что хорошее? Может быть.